компании ЕТК от основания 2 апреля 1997 года упразднено 2015 год. Ранее Енисей-Телеком предоставляет услуги стандартов CDMA 450 и видео. Дальше смотрим. Так, украинские радиосистемы, основание 95 год, празднено 2013 год. Вот ранее был Билайн и Диджус в Украине, теперь он Киевстар. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока.